карантин продлили, а подарки не отменили. Более 1000 моделей бытовой техники от сети комиссионных магазинов «Титан» по сказочным ценам. Неудачный маневр совершил водитель кроссовера Hyundai на улице Спасской и попал в ДТП. Он хотел проскочить перекресток с улицы Карла Либкнехта, но не заметил Audi. Момент столкновения в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Спасской и Карла Либкнехта водитель Hyundai торопился проехать прямо и получил сильный удар в бок от Audi. На перекрестке улиц Московской производственной произошло необычное ДТП. Один уворачивался от другого и въехал в третьего. Возможно, именно эта запись поможет разобраться в аварии. На съемке видно, что темная легковушка ехала прямо из средней полосы на зеленый мигающий сигнал и ничего не нарушала. Водитель серебристого автомобиля в этот момент начал поворот налево и не уступил дорогу. А третий участник этого инцидента вообще выехал из правого ряда и поехал прямо, хотя разрешено ехать только направо. На улице Блюхера водитель Ниссана едва не сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по зебре и после действий шофера сразу возмутился. Как он? Чуть не сшиб ей. И улыбается, сидит. На улице Энтузиастов водитель автобуса решил не стоять в заторе, а потом решил не ехать на зеленый сигнал. В итоге из правого ряда повернул налево на красный. На улице Ивана Попова лобовым столкновением едва не закончился маневр водителя 99-й. Он резко через двойную сплошную повернул во двор. На загородной трассе водитель машины с камерой чуть не оказался в кювете, а все из-за маневра нарушителя на «Ладе», который пошел на обгон и не посмотрел в зеркало заднего вида. В Кирове, в деревне Кисели, местные жители заметили на дороге лисицу. Впрочем, когда животное увидело фары, она тут же убежала в кусты. По словам автора видео, лисица, скорее всего, пришла из ближайшего леса. В деревне она охотится на куриц. Михаил Вагин, место происшествия.